Гор, а что ты тут делаешь? Чё? Машину тюгаю, продам. Давно уже клянчил. В смысле продаж? Как понять, продаж? Ну как, после вчерашнего нас еще неизвестно, когда на работу позовут. А мне семью кормить надо. Да хорош, подожди. Подожди, нормально все будет. Да не будет нормально. Да будет нормально, я тебе говорю. Я, дурак, тебя вчера еще послушал. Что с тобой вообще происходит? Так, ты ко мне в душу не лезь. И машину эту не трогай. Если тебе что-то не нравится, Гор, давай вон туда. Тюгаю команду, вперед. И до свидоса, если что-то не нравится. Понятно. Счастливо оставаться. Вот, давай. Ты мне еще денег должен. Пересчитай. Гош ко мне переходит. Я его завтра с него дня на новый проект беру. Класс. На, вот тогда ему передай. Сейчас, погоди. Документы. Сам ты что делал, думаешь? Отдыхать буду. Давай.